Погляди на храм, о душе моя, полюбуйся ты куполами, как играет в них ранняя заря вместе с птахами, звонарями. Разве ты сама не Господень храм, не в тебе ли петь имя Божие? Призывай Его непрестанно там, станешь ты внутри с храмом схожая. Осени крестом мысли вороны, разбуди в себе чувства правые, подними с земли их поклонами в час молитвенный, время раннее. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, в скорби радости, в тиши, в суете, в сокровенной душе, в келье тесной. Службу бденную мы с тобой начнем, попечение дум отложим. Невелик наш храм, только в нем одном помещается Царствие Божие. Принимает тех людей, которые приходят в храм, которые хотят, которые открыты для принятия Божественной благодати. Она молилась перед лицом Божьим, перед Сыном, молилась за тех людей, в первую очередь, которые находились в храме, которые хотели пойти под покров Божьей Матери. И вот мы сейчас пришли в этот праздник, мы сейчас прославляем Божью Матерь, и мы вспоминаем те события, которые прошли много веков назад, и сейчас чувствуем на себе ту божественную благодать, тот покров Божьей Матери, который покрывает всех нас. Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с праздником. Сегодня
православная русская церковь, я подчеркиваю, празднует великое событие – покров Пресвятой Богородицы. Для нас с вами, прихожан этого храма, это еще и престольный праздник. И как я обратил ваше внимание, вся полнота Русской Православной Церкви празднует покров Пресвятой Богородицы. Мне хочется пожелать, чтобы нынешний праздник вдохновлял всех нас, укреплял всех нас в вере и укреплял в надежде на то, что Господь всегда с нами. Самое главное, чтобы мы от Него не отвернулись.